Я такой люблю. Любишь? Ну, молодец. Так лучше слышно? Что, в принципе, сегодня смотреть особо не надо будет. Будем смотреть на картинку, да, замечательно. Хорошо, смотрите, девчонки. У нас сегодня обширная тема. Хочу очень много всего вам рассказать. Быстренько и полезно. Поэтому уже начнем. Спасибо всем, кто в этот субботний день пришли. Потратить драгоценные минуты выходного дня и послушать что-то полезное для себя. Надеюсь, вы услышите достаточно много полезного, потому что тема интересная. Работа с нашим любимым сайтом. Он у нас очень большой, очень многофункциональный, но, к сожалению, многие используют его совсем немножко. Это вот то же самое, что люди покупают самый лучший iPhone, миллионы хороших функций и используют его просто как телефон. Так же самое в основном многие используют наш сайт просто для того, чтобы размещать заказ. На самом деле, теперь лучше слышно? Плохо слышно, да? А ну теперь еще раз. А теперь хорошо, да? Ну, кого там как? Пробуйте свои компьютеры, я сейчас немножко ближе подниму, чтобы у меня было лучше слышно. Так вот, насчет сайта. Я хочу показать те возможности, на которые вы обычно не обращаете внимания. Конечно же, все я не покажу, вы все не запомните, но хотя бы будете знать, куда лучше заходить для того, чтобы где что можно посмотреть. Итак, значит, немножко о себе. Меня зовут Юлия Дроботенко. У меня высшее экономическое образование в прошлом, да, как говорится, до институте Ariflame. До Ariflame я работала экономистом на заводе, в основном здесь при Ворошане, не знаю, как его зовут, он сейчас называется, когда КМК был. В принципе, работа неплохая, я люблю цифры, но мне не очень там нравилось по одной простой причине, потому что завод огромный, и за территорию комбината выйти было, допустим, в перерыв невозможно, в рабочее время нереально. То есть пол восьмого я дохожу до входа в завод, до проходной, и работала с 8 до 5, и пол шестого я опять на проходной. Вот. Пол восьмого до пол шестого я себе не принадлежу, да? Мое время уже выкупил завод, за это мне платили зарплату, не платили зарплату, на то время это было почти 500 долларов. Ну вот такой нюанс, что чувствуешь себя, как будто бы ты в тюрьме сидишь, если это все время, да, с пол восьмого до пол шестого. И кто девчонки знает, маленькие дети, там всякие разные, то утренники, то еще что-то, но это все очень-очень сложно. Поэтому захотелось мне немножко больше свободы, и когда первое, что я пришла в Ariflame, когда я начала работать, да, я уволилась с завода, уже полностью перешла в Ariflame, у меня было впечатление такое, а что люди днем ходят по улице, боже, вот оно солнце, счастье-то какое. Может быть, конечно, вы меня не поймете, но для меня действительно вот такое было ощущение. Вы видите, да, моя семья, мой образ жизни кардинально поменялся, я расту, развиваюсь. У меня замечательная команда, я работаю с людьми, которые сама выбираю, которые мне нравятся. Я не работаю с тем, с кем приходится. Очень рада этому. Я предприниматель, я сама предпринимаю, как работать, каким методом работать и с кем работать. И очень счастлива именно этому. И мой образ жизни кардинально поменялся, ну, видите, да, постоянные поездки, мы вчера тоже были в Днепропетровске. Компания всегда радует, вроде бы обычный тренинг, обучение, и что там, чем можно увидеть. У нас был такой шикарный обед, что обычный бизнес-ланч, его сложно назвать. Вроде бы все просто, все обычно, но очень-очень удивляют постоянно. Все очень красиво, все шикарно. Итак, переходим к нашей теме.
работа с рабочим кабинетом, да? Вы когда зарегистрировались, у вас появляется вход в рабочий кабинет. Мы его даже уже называем не просто сайтом Oriflame, да, а рабочим кабинетом. Сейчас я выключу экран и включу свою фотографию, потому что я буду вам демонстрировать экран, а когда демонстрация экрана включается, то две трансляции очень тяжело сделать. Сейчас буквально полминуты. Напишите, пожалуйста, слышно меня или не слышно? И видно ли мой экран? Все замечательно, хорошо. Итак, переходим. Я чат не вижу, потому что я вижу только свой экран, поэтому буду немножко позже обращаться к чату. Буду переключать, но вы будете видеть, что я включаю свой экран. Если будут вопросы, вы мне пишите, я попозже обязательно на них остановлюсь. Итак, я зашла на основную свою страничку рабочего кабинета, да, написано «Версу для ботинка Юлия Владимировна». Обратите внимание, «Версу» — вот этот черный человечек, там все основное, то, что нам необходимо. То есть главное замолвание, это понятно, зарегистрировать нового консультанта, налаживание профилю, ваша структура, информационный лист. Остановить на этом всем попозже. Сейчас хочу сделать акцент. Зарегистрировать нового консультанта. Очень быстро можно, поняли, данный человек нажимаем, зарегистрировать. Опустились вниз, вводим электронную почту, прозвище, имя по батькам, вот это все заполняем. Хотелось сделать только акцент на том, что да, вы выбираете способ активации. Впрочем, на электронную почту. Скажу почему, потому что приходит письмо, и вы сразу можете поменять пароль. Пароль мы обычно ставим какой-нибудь стандартный, у каждой группы он свой. У меня, допустим, 6 единиц. И очень просто, потому что если ваш вышестоящий спонсор захочет зайти под вас зарегистрировать человека, то ему будет проще. Потом, чуть позже, вы сможете его поставить в любой удобный для вас, но в принципе это вообще не принципиально. И хотела обратить внимание, видите, завершение регистрации. Я есть спонсором, а если вы такой классный человек, вышестоящий спонсор, который хочет строить группу цепочкой, как мы в основном это все делаем, но так же самое вы хотите получить, например, пылесос, который сейчас идет в акции. Когда вы нажимаете, заходите по страничке своей личной и нажимаете «Консультант», где в моей структуре есть спонсором, и вводите номер консультанта. И тогда под этого консультанта проведется регистрация, то есть баллы, бонусы, уровни буду у этого консультанта, но приглашающим спонсором в этом случае будете вы. То есть пылесос, если вы таких 4 приглашающих спонсора будете вы, 4 человека пригласите, даже по цепочке их зарегистрируете одного под другого, они выполнят по 100 баллов, вы получите в подарок пылесос. Это вроде бы понятно. Напишите, пожалуйста, единички, если здесь понятно. Замечательно. Идем дальше. Замолвление. Можно вот так нажимать, можно нажать, допустим, на главную, и видите, ярлычки. Головного в нас, и принцип продаж, замолвление, мой бизнес, на цене. Когда мы на головной, на что здесь обратить внимание? На вынес. Все лучшие предложения, все лучшие акции всегда здесь в новостях. Пожалуйста, обращайте на них внимание, заходите, просматривайте, да? Видите, сразу самое лучшее, самое предложение, твои замолвания, твоя знышка, 50 баллов, 60% скидки, 70 баллов, 70% скидки. Заходите в детальнейшие и читайте. Это то, что на головной.
Потом хотела сделать акцент маленький на замовлении. Когда нажимаете этот ярлычок замовлении, здесь есть управление подписками. Очень много всего здесь. Вот, управление подписками. Как делать заказ, в принципе, все знают. Но хотела остановиться именно на подписками. Вы можете через это управление сделать подписку или же ее поменять. Допустим, если вы заказываете коктейль или набор лайфлюд, можно там поменять вкусы, то только через это управление подписками. Единственное, что еще история замовленных есть, хотела тоже сделать акцент, что сейчас через сайт очень легко оплачивать заказ. Вот, допустим, вы нажали замовление, помните, да, вот замовление, история замовлений. Любой заказ, который вы хотите оплатить, например, я хочу вот этот оплатить. Видите, и оплата онлайн. Кнопочку нажимаем. Вводим номер карточки, срок действия карточки по электронной почте. Кнопочку продолжить. К вам приходит смс на телефон. Вы ее вносите, заказ вас оплатит. И сразу уже в этой... Ой, извините, вышла вообще сайт. Сейчас секундочку все восстановлю. Вот так пишу, хочу все быстро. Замовлено. Повторяем. История замовлена. Вот, и потом в статусе, видите, сейчас в отчитывании, потому что я сделала попытку. Если с первой попытки что-то у вас там не сложилось, через 2 часа можно попробовать еще раз. Ничего страшного, но когда все удачно пойдет, возьмите сразу оплату, моментально проходит оплата, без всяких задержек, без всяких комиссий. Ровно 75, если сумма с копеечками, то ровно с копеечками. Если у вас есть деньги на карточку, вы можете, размещая заказ, там насадим, сейчас я быстренько покажу. Вот эта вот картина. Любой код кидаем, чтобы кошек был не пустой. Далее. Продолжитый. Оплата. И вот здесь, смотрите, оплатить через отримание. Переплата банковской картой. И почему-то мне не хочет сейчас это делать. А, потому что в отчитывании нет. Помните, у меня висит в отчитывании, 2 часа я не могу это оплатить. Вы нажимаете вот сюда кнопочку оплатить банковской картой. И так же самое у вас вылазит это за окошко, куда вносите банковскую карточку, и оно оплачивается. Так, возвращаемся на главную. И хотела сделать акцент из рынка продаж. Видите вот этот ярлычок? Это здесь очень много всего интересного. Очень много инструментов продаж. Заходите, читайте. Вам будет намного легче с помощниками. Это ваши помощники. Мне здесь в основном, чем я в основном пользуюсь, это корпоративные материалы. Видите, актуальные каталоги. Прошлый, позапрошлый. Прайс-листы, и там вот что самое-самое классное, каталоги мы знаем, где найти, но что есть очень хорошего, это продукты вместо платы за доставку, потому что многие не знают, где их найти, коды резерва в скидок, и ошибки, и описания, и акции все. Это тоже очень удобно. Потом, каталог бизнес-аксессуаров. Многие спрашивают, да? Мы хотим классно быть имиджевым, но где же его взять? Все ручки, все блокнотики, все папочки, все подсказочки вот здесь вот. Очень классная книжка «Делёса», очень нужная и классная книжка руководства по продукции Wellness. Да, ведь сейчас нет наявности, но в принципе оно появится. Рекомендую, чтобы это была настольная книга всех, каждого, да? Так, и еще... Каталог бизнес-аксессуаров. Так быстро листала. Очень классная книжка вот эта. «Изменить наш ежедневник». И руководство по продукции. Очень нужнейшая книжка. Покажите, она там стоит 29 гривен, но это не такие большие деньги.
можно один раз ее купить, и это будет опять же настольная книжка, подсказка вам всегда. Клиент что-то спрашивает, открываете, читаете. И хотела показать книжку «План успеха». Это тоже для тех, кто хочет расти по карьерной лестнице успеха. Пожалуйста, ее тоже закажите, когда у вас есть объемная скидка, там, по-моему, это там 45 минут половина. 23 гривен, но оно того стоит. Если вы хотите активно делать продажи, есть еще такая, такой классный помощник, как палитра «Красовка». Вот эти вот волосики так профессионально, в профессиональных магазинах. То есть люди хорошо могут выбирать цвет. И много-много всего интересного, те же пакетики, все остальное. Вот сюда заходим, просматриваем, выбираем. Именно поняли, куда заходить, да, поддержка продаж, корпоративные материалы, актуальные каталоги и каталог бизнес-аксессуаров. Также здесь есть пробные диски. И библиотека брендов, много-много-много всего классного. Так что заходите, просматривайте. Еще идем дальше. Время у нас ограничено, выдерживать вас не хочу. Мой бизнес, что здесь очень полезного? Нажимаем управление успеха, ну, программы, это все вы почитаете, это все классно. Вот, допустим, чем в основном пользуюсь я? Управление структурой. Здесь вы можете информационный листочек заказать. Но и очень также классно, что вы можете заказать информационный лист, видите, первый уровень, так что лично под вами зарегистрирован. Мы выбираем обычно персональную группу. Вы можете выбрать период, любой для вас удобный. Прошлый, позапрошлый, посмотреть. Можно отправить отчет на электронную почту, а можно сгенерировать отчет. Вот если, допустим, я нажимаю «Сгенерировать отчет», ну, думаю, буквально полминутки, и вот он у меня появляется, да? Надо вот нажать здесь, чтобы он появился в Excel-файлике. Потом я его открываю и просматриваю, кто у меня сколько сделал баллов, кто у меня выполнил баллы, кто не выполнил, кто идет на объемную скидку, кто не идет. Очень-очень удобно. Идем дальше. Что еще большой акцент я хотела сделать вот на этот начальняк. У нас огромный классный раздел именно по обучению. Академия Арифлейм. Всякие парады, тренинги, спецкурсы Академии красоты, Академии wellness. Это вот то, что вы можете сидя дома, вот это для вас время, кому удобно ночью, кому удобно рано утром, кому в обед, кому когда удобно, вы заходите и обучаете. Здесь есть все, здесь есть вот эти папки по проведению, как проводить бизнес-сессии, как проводить встречи онлайн. Единственное, что хотела вам очень сильно показать, видите, шаг один, шаг два, все, все есть, возможности Арифлейм. Заходим, смотрим тренинги, опять же, можно обучаться. Хотела здесь еще очень классный помощник, посмотрела и сама сделала. Ой, вот это вот, специально нажала палитра «Ассистента». Это вообще шикарная вещь. Ее лучше, конечно, заказать, чтобы она была у всех. Здесь все помады, все тональные основы. И в ней очень удобно по тональным основам. Там оттенки и плотности. А, мобильные додатки, вот оно. Мобильные приложения. В Арифлейм есть много мобильных классных приложений. Одно из них тоже как быстрый заказ можно сделать, тоже на FlashClub, там подсказки, как питаться, что питаться, как двигаться, как не двигаться, что слушать, очень много. Успешный старт — это для тех, кто хочет проводить бизнес-презентацию, но еще боится. Открыл это приложение и по нему рассказал вкратце о бизнесе. Потому что особенно хорошо новичкам, кто еще особо ничего не знает, но по подсказке в телефоне все это можно сделать. Мне очень нравится также приложение Makeup Showroom, мы его закачивали. Оно, ну, и для себя интересно, и очень хорошо помогает в продажах. Именно для клиентов. То есть вы выбираете декоративную косметику, какую бы хотели протестировать. Может быть, вы никогда в жизни не решились на какой-то супер яркий макияж. Но вам интересно, он вам идет или не идет. Пожалуйста, выбирайте.
все яркие линии, карандаши и все остальное, вводите, включаете фронтальную камеру и сразу смотрите, как она на вас будет смотреться. По этому сайту вроде бы все. Напишите, пожалуйста. Какие еще вопросы? И можно увидеть, в каком-то коллеге сделаем заказ. Значит, техничным или следующим, или как? Ань, напиши, пожалуйста, вопрос. Смотри, я сделала заказ по 10 или 9 каталогу, или сделали ли мои люди в этом каталоге заказ? Что ты имеешь в виду? Если, девчонки, особенно если есть вопросы по сайту, пишите. А, в истории заказа. Ты уже разобрал. Сейчас я поняла. Нету номера заказа, в истории заказа. Здесь мы только по датам можем посмотреть. Мы знаем даты нашего каталога, когда состоит каталог, и только по датам мы можем посмотреть, когда мы размещали заказы, по какому каталогу. Только так вот тут снимем. Поняла? Да, и то, что я сказала, это нужно написать, пока я вам листала. И дальше, сейчас я выключу 2 секундочки и опять... Или давайте так, я не буду писать презентацию, я вам еще покажу. У нас есть очень классный сайт нашей структуры, называется «Социализация». Вот как он выглядит. Что в нем очень классно. Он легко открывается в телефоне. На него легко можно зайти с любого телефона. Есть каталоги Арифлейм. Есть каталог 6, каталог 11, каталог 12. Мы выбираем, допустим, гривна. Я выбираю, если я хочу сбросить ссылочку в своем клиенту, я беру вот эту вот ссылочку и спрашиваю. Клиент просматривает каталог. Очень удобно его просматривать. Также, что есть на этом сайте? Есть коды пробников. Все коды, ароматы. Вот так вот, смотрите, полную версию открываем. И все есть. И ароматы, и... губные помады, и все остальное. И сразу вот похоже, что может вам быть интересно. Также есть легкие цены, каталоги. Есть текущие, есть следующие. Так же самое, берем 2 ссылочки и спрашиваем людям. Она быстро проходит, легко открывается, и телефон тоже легко листать. Потому что если, допустим, в базе листать много фотографий, людям, может, не понравится, постоянно удалять их. Они, вы знаете, остаются в памяти телефона. Если спрашивать ссылочку, то намного проще. Что еще есть новые акции? По Life Plus здесь очень хорошо расписано. Если люди вам задают вопросы, вот, допустим, бонус руководства. Здесь никак не нужно, переписываем на себя. Бонус руководства сейчас нет продажи, но вам интересно прочитать. Вы заходите, оно есть в электронном виде. Про программу Life Plus мне тоже очень интересно. Если у вас, опять же, повторюсь, люди вопрос задают, вы не знаете, что ответить. Берете, даете ссылочку. Thank you.
Еще раз напишите, меня слышно, не слышно, наверное, так же слышите. Полчаса послушайте, все вырубила. Поставьте какие-то плюсики, слышно, видно? Вернее, видно фотографию, слышно, не слышно, слышно. Дальше поехали. Смотрите, по сайту, опять же на него захожу, видите, все просто, вбиваю все ключевые слова по поисковике, а верхнюю нажимаю, попадаю на наш сайт. А, очень тоже классно, обзор всех серий, практически все, и свойчи, и все, и все. Не надо бегать по YouTube, заходите на наш сайт «Шестинки.Мешко», и основное, все, что вам интересно будет, все есть. Описание и рассказы, видео всех необходимых, в основном аксессуары. Вот я, допустим, даже когда клиенты мне спрашивают, а какое оно, а такое, а какое, я даже много не рассказываю. Говорю, давайте посмотрим видео все. Буквально 10-15 минут включаем и смотрим. Так же сама сводчик. А какое оно? А ты пробовала, не пробовала? А давайте посмотрим. Да, видите, лаки для ногтей. Все есть. А, также, что мне нравится, каталог Nova Age. Опять же, люди задают вопросы. Может быть, кто-то из для себя не разобрался. Мы его выбираем, листаем. Здесь есть видите, если нажать на треугольник, это видео будет. Если не нажимать, мы листаем и много полезной информации. Это то, что трудно запомнить все эти цифры, кто не может это запомнить, не надо мучить себя своими цифрами, пожалуйста, все есть. Один раз мы уже для себя прочитали, но вот эти все три комплексы от фарта лифта и все остальное, может быть, для нас на начальном этапе вы еще не можете запомнить. Пожалуйста, выбрали, заходим, смотрим. Дальше. У нас на сайте очень хорошее, очень много всего. Продукт вместо платы за доставку. Опять же, три книги красоты, стартовая новая программа, руководство по продукции, тоже она есть онлайн. И опять же, если сайт Ариплейм, он огромный, он с телефона трудно на него заходить, он очень трудно грузится, вот если не знаю, как какие у телефона, да, возможно, у вас, у меня очень плохо, то этот сайт у меня загружается детство. И можно опять же открыть руководство и тут же посмотреть, пролистать, ответить, дать вопрос, ответ на какой-то вопрос по продукции своим клиентам, если они сейчас это есть. Витамита. У нас тоже в офисе есть витамита. Мы проводим тестирование. Зачем нужна программа LifeSuite? Мы сначала перед этим проводим тестирование. Вот такие показатели они выдают. Если опять же кто-то задает вопросы, или хотите для себя разобраться, пожалуйста, заходим, читаем, что это такое. Очень-очень много информации, обширный сайт. Тоже здесь. Здесь тоже есть обучение. Есть обучение по шагам. Все, что нужно новичку, который захотел стартовать в бизнесе. Поэтапно. Первое, что нужно делать. Второе, что нужно делать. Третье, что нужно делать. И все, все четко и понятно. Вы просмотрели, и вы уже обучаетесь спонсору не что мне делать, боже, где это, как это, а вы обращаетесь к спонсору уже к конкретным вопросам на конкретный ответ. И получаете конкретный ответ. Пишите в чате, если есть какие-то вопросы по сайтам. Я еще буквально полминутки и буду заканчивать. Я отвечу на все ваши вопросы. Итак, демонстрацию я убираю, сейчас я включу на полминутки.